Мне нужен учитель. Я не справляюсь с браком. Не пробовал спать с учителем? Ты что с тобой? Устал думать об аварии. Надо сосредоточиться и думать о баскетболе. Ясно. Я тебе. С браком у тебя не важно, это точно. Хейл, я всегда о тебе думаю. Спасибо, что ты терпишь меня. Просто мне нужно время. Но сегодня у нас все переменится. Обещаю тебе. Я рада, что тебе хорошо. Но думаю, что события на мосту еще не скоро тебя отпустят. Знаешь, что бы ни происходило, на баскетбольной площадке оно сразу исчезает. Вот увидишь. Хорошо? Пока.